ГЛУК продолжает подготавливать технику к зимнему сезону. На данный момент готова почти половина. При наступлении холодов с комбинированной дорожной машины снимается поливочное оборудование и ставят пескоразбрасывающее с отвалом для сгребания снега. Та техника, что летом убирала улицы города, сейчас будет использоваться для подсыпки. В предприятии более 10 таких машин. Их переоборудование ложится на плечи водителя. Вот мы сейчас производим капитальный ремонт двигателя. Делаем укладку коленчатого вала. Здесь работать удобно. Есть верстаки, есть обкаточный стенд. Все хорошо. Владимир Никитин работает на предприятии вот уже 41 год. Начинал водителем, теперь трудится слесарем. Рассказывает, что раньше работать было труднее. А теперь с приходом новых технологий стало проще. Мужчина уже пенсионер, но продолжает трудиться на предприятии. Отмечает, что работа дисциплинирует. Работать еще надо, потому что работа дисциплинирует. Работа, общение с людьми, жизнь работа. Без работы никак. Коллегам предприятия желаю добра, здоровья. У нас очень хорошее руководство ГЛУК предприятия. Хороший директор, хороший зам. Хорошие механики, руководство очень хорошее. Мы помогаем друг другу обязательно, потому что мы с водителями одна сцепка, одна связка. Владимир рассказывает, что коллектив в автопарке очень хороший и отношения между коллегами тоже. У предприятия всего около 100 единиц техники, большинство которой работает на протяжении всего года. В среднем зимой на линию выпускает около 70 машин. Специалисты трудятся на них круглосуточно. На данный момент по улицам города продолжает работать пылесос, который очищает Магадан от пыли и мусора.